Всем привет, дорогие друзья, с вами Мистер Ухим 150, и сегодня я вам покажу портал в рай в Майнкрафте без модов и плагинов. Итак, поехали. Вот, вот такой вот портал из светокамня. Блоки светокамня вылаживаем как стандартный портал в ад, и просто у нас происходит вот такой вот портал. Как мы видим, здесь летают вот такие вот частицы беленькие. И давайте же все-таки зайдем в этот портал, проверим, работает ли он. Итак, ждем. Как мы видим, эффект как телепортация в ад. И да, нас телепортируют, как мы видим. И как мы видим, мы появились в раю. Да, вот такой вот снежный биом. Всякие постройки, тут деревня из кварца, овцы, кони в алмазной конской броне. Тут разные постройки есть, деревья из светокамня, цветочек. Ну и вот такие вот постройки. Там даже жители есть. Да, там даже жители есть. Ну, вот такой вот рай. Ну, что вы думали, без модов, все-таки без плагинов, и просто благодаря механизму сделан вот такой вот офигенный рай. Знаете ли, это неплохо. По крайней мере, без модов. Итак, выходим. Так же самое и выходим. Ждем. Нас опять же телепортируют таким же красивым таким эффектом, как в настоящий ад и из ада. Итак, ждем, как мы видим, телепортнулись, и все отлично. Далее, когда мы выходим, здесь у нас появляются вот такие вот командные блоки, и здесь мы можем уже разобраться, как же все это построено. Ну что ж, ребят, это все было создано на одной карте, то есть вот этот вот рай, он где-то там далеко, просто снежный огромный биом построен, и там построены различные постройки. И ссылку на эту карту я кину после того, как под этим роликом накопится 50 лайков. Ну, в общем, 50 лайков, и я вам кидаю эту карту в описание. Ну что ж, ребят, версия, ну, подходит карта для версии Майнкрафта 1.8, ни больше, ни меньше, поэтому только на 1.8 у вас будет вот такой вот портальчик работать. Как мы видим, он у нас работает, я в него заходил, все круто, все работает. Ну и на этом все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Ставьте лайк, чтобы накопилось 50 лайков, чтобы я выложил ссылку на эту карту в описании. Ну и на этом все. Всем удачи. Всем пока.